игральный аппарат «Попади в Будду», я так понимаю. Деньги у вас. Монеткой, да. Или... А, бумажные. И время от времени высовываются какие-то мишени. Ребята откровенно мажут. Знаешь, мне кажется, наша религия до такого не додумается. Да, и судя по заднику на стенке, это как морской бой. Так как я обещал что-то привезти из фирмы, то я пытаюсь как можно максимально сдержать свое обещание. Просто находишь аппарат. Надеваю чашечку воды. Хотя я не обещал ничего привозить из фирмы. Тоже занятный игровой аппарат. Вот вы можете видеть самых известных таиландских шпилевых. Они спускают всю зарплату на эту игру. И это называется игровая наркомания. Много бирманских семей остается без отцов, которые день и ночь пропадают около этого игрового колеса. Самое обидное то, что выиграть здесь нельзя. Духовный выбор не исходит. Дорога бывает, но все это платит. Я приобщаюсь к бирманским шпилевым и учусь спускать деньги на бирманских игровых аппаратах. Как это делается? Мы только что купили вот эти фишки, которые не надо ставить, они аккуратно свернуты. Свернуты в виде треугольных шапочек, примерно, как видите, меня даже пробил пот, насколько неожиданно, насколько я нервничаю просто. Здесь можно выиграть счастье. Итак, мое баскетбольное начало. Одну промазал. Сейчас пойму, как они летят. Еще будет проще. Попробуем попасть в центральную башню. Да, попали. Наверное, на каждой кастрюльке написано желание. 5 мм. Какой из меня получается шпилевой? Они еще не ровно летят. Слушай, реально затягивает. Я сейчас куплю еще одну корзину. Я думаю, что я не уйду отсюда до вечера. Просто реально затягивает. Осталось всего 2. Бинго! Тарелку пусть дашь. Смотрите, специально включается вода, после чего можно поливать дух водой. Штука затягивает не меньше, чем кидание монет и сложенных денег. Тут надо вовремя остановиться и закрыть воду. Снова поливать дух. Стаканы, заметьте, никто не оставляет пустые стаканы. Стаканы обязательно обналить и поставить. Хочешь, можешь попробовать. Дело все просто и неограничено. Троекратно. По ком звонит колокол? Слабовато. Хороший звук. У меня получилось.